Привет. Это домашнее задание от Ани. Поехали. Полюбовался. Я любюсь русском языком. Я не уверен. Русском языком, думаю. Два. Гордиться. Я надеюсь, чтобы моя учительница гордится мной. Три. Являюсь. Я являюсь доктором по биологу. Да? Биологу. Чтили. Пробовать и попробовать. Да. Я попробовал готовить окрошку дома. Да? У меня видео об этом. Да. Пять. Старайся и постарайся. Да. Ну, я стараюсь говорить правильно по-китайски. Да? Давай. Шесть. Достигать и достичь. Я достиг цели, и у меня есть 6 пресс-кубиков. 7. Переживать. Когда моя большая девушка ушла от меня. Я не уверен. От меня, думаю. Я очень переживаю из-за этого. Восемь. Побоялся. Я боюсь русской грамматикой. Да, это точно, что я боюсь. Я даже не знаю, если это правда или нет. Русская грамматика, я думаю. Десять. Заставить. Ага. Мой учительница не заставляет мной домашнее задание. Я хочу делать домашнее задание сам. У меня воля, да? У меня воля. Чуть-чуть, немного. Это все. Спасибо. Пока.